раскаленные штучки, которые ты можешь дегенерировать. С прямыми шестернями, не с косорубами, не с дипоидными, паси Боже, а прямыми, да? В общем, и воет, и все как надо, да? Да, и вибрирует все. А, дальше. Четырехступенчатый роботизированный коробка робота. Коробка передачи. Знаешь, честно, просто, то, что у нас автоматическое переключение электромагнита. Однако. Автоматическое пробежное сцепление. Двигатель пресловутый ЯС 204. А, все это воткнули в туалет. На место туалета ускорения. В вагону с левой стороны. Вместо окна поставили радиатор. А двигателю доступа сверху практически нет, потому что капотом внизу, там надо извратиться. Заправить можно со шлангом его масляного. Возможно, вот здесь проверить масло. А сверху вентилятор холодильника с приводом одной трубы, который сначала дул на одну минуточку на одну из лопастей, которая была снаружи теплохода,